Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите канал Next TV и в эфире программа «Интервью в прямом эфире». Я ее ведущий Эмирбек Сатаев. Я напомню, что свои вопросы и комментарии вы можете оставлять по номеру 0706-580-555. Это наш WhatsApp номер. Пожалуйста, пишите. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы. Я хочу представить гостей нашей студии. Это Расул Миталиев, общественный деятель, и Мырза Каримов, гражданский активист, эксперт в сфере образования. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время, согласились прийти, принять участие в нашей передаче. Ну, сегодня мы будем говорить о кадровой политике, которую проводит новая власть. Вы прекрасно отслеживаете, что происходит. Вот сегодня тоже были последние назначения на пост вице-премьер-министра, назначили Эльвиру Сурабалдиеву. Вот. Другие перестановки на этой неделе тоже были, да, в верхних эшелонах власти. Расул Мырза, начнем, наверное, с вас. Вот все, что происходит с кадрами, какое впечатление у вас оставляет? Но дело в том, что вот если исходить из того, что 5 октября события, какие были претензии, какие, значит, вылились события, и в последующем, конечно, во многом вот именно кадровый вопрос очень огорчает и возмущает. Потому что, видите, как получается, что, ну, последние назначенцы, да, на руководящие посты, они связаны с тюремными заключениями. Тюремными заключениями. Поэтому вот и назначение этих кадров на высокопоставленные посты, конечно, это ставит под большим сомнением. Я задаюсь вопросом, ну, те, кто не сидел в тюрьме, что им делать и куда им пойти? И вот основным вот его принципом, да, становится именно вот то, что, например, да, вот близости партии Мекенчил, близости тех партий, которые организовали вот митинг 5 октября 2020 года. Естественно, конечно, здесь вот назначения, последние назначения идут именно участие вот в этих событиях. Потому что вот последние назначения вот именно вот назначаются те, кто именно принимал активное участие в этих событиях. Вы посмотрите, значит, его вот Тилек Токтогазиев. Вы извините, да, но я был категорически против назначения его министром сельского хозяйства. Почему? Потому что молодой человек вырастил 4 огурца и становится министром сельского хозяйства. Не имея образования. Не имея образования, не имея никакого опыта. Вот Эльвира Сурабалдиева сегодня назначили вице-премьером. Но видите, там тоже идут какие-то политические игры. Потому что она вчера выступала против Садыра Джапарова, а сегодня она становится вице-премьером в команде Садыра Джапарова. Она вчера, в принципе, сложила полномочия депутата Джорки Ниша, а сегодня назначается вице-премьером. Значит, понимаете, это были уже запланированные политические ходы по назначению на высокопоставленные посты. Рахмат, вот смотрите, еще вот такое, да, вот я почему сказал, что вот именно назначать тех, кто вот именно сидел в тюрьме. Вот Равшан Сабиров, да, он становится вице-премьер-министром. Вот какие были основания, да, какие были его, значит, такие заслуги, да, там, возможно, политические, экономические заслуги, да, социальные заслуги, да, что его назначает вице-премьером правительства. Конечно, наверное, у многих граждан появляются такие вопросы, да, а какие именно, по каким принципам, да, идет назначение
вот, на высокопоставленные посты. И, наверное, у всех, наверное, складывается такое впечатление, что все-таки вот, основные посты заняли члены партии Мекенчил. И те, кто был в списках партии Мекенчил на парламентские выборы. Вы посмотрите, значит, Курмакул Зулушев шел под почти 7-м номером. Значит, Ханчебек Ташиев шел под вторым, но под первым номером. Да? И поэтому я считаю, что кадровая политика, она не должна именно вот, основываться на критериях, на принципах, понимаете, близости к какому-то лидеру партии или премьер-министру, или его президента Кыргызской Республики. Рахмат, урматту телегөрүшчүлөр, биздин берүү эки тилде өтүп жатат. Эгерде силерде комментарийлер же суроолор болсо, биздин WhatsApp номерибизге жазсаңыз болот. 0706-580-555. Мына суроолор да келип жатат. Мырза, сизге го. Эми жаштар келет деп үмүт кылдык эле, дейт Чолпон Саматова Бишкекте. Бирок тилекке каршы эмнедегир кайрадан эле эскилер мындай бийик постторго келип атат, дейт. Эми бир чети мына жана Расылбайка айтып кетпедиби өзүнүн эмесинде. Чын чында келгенде бул жерде ошо бийликке коердо ар бир адамдын ошо өзүнүн мурдагы жумушуна карап, ошо жумушка кандай критерийлер менен алып келиш керек, тилекке каршы андай болгон жок. Бизде бул ошол жанагы партиялык тизмеде мына партиялар ошо мандатка жетип көпчүлүк добушту алгандан кийин алар бийликти бөлө баштаган да. Айыл өкмөтүнөн баштап тиги 7-кабатка чейин ошо бийликке келген партиялар ошону бөлүп алган. Дагы эле ошол принципте келе атабыз. Ошо партияга канчалык деңгээлде партияга жакынбыз. Эми ошо 5-октябрда болгон окуя бул эң негизги бири эле мындай элдин талабы бул ошо шайлоонун жыйынтыгын алып салуу болгон. Бийлик тазаланыш керек. Бийлик тазаланыш керек деген. Эми тилекке каршы мен кошулам, ошол мага суроо ким берсе дагы. Азыр мына эми баягы жаштар деп атабыз, жаштар дегенде эле ошо жаштарды коердун алдында аларга да критерий болуш керек да. Эми баягы жаш эгер ошол өзү адис болсо, ошол тармакты жакшы билсе, билими болсо, анан ошол тармакта кандайдыр бир кадыр баркы болсо, тажрыйбалуу мына билим берүү министрлигине Алмаз Бешеналиевди койду, ал ушу билим тармагында иштеген, сыртта да жүрүп келген. Бирок дагы бир нерсени айтып кетишим керек, мисалы министрди алып келип койгон менен министрге биз баягы бир убакытта берилбейт, же болбосо ал министр өзүнүн командасы менен келе албайт. Мисалы министр бир партиядан болсо анын эки орун басарлары башка партиялардан болот. Же болбосо ошо министрликтердеги баягы биз ортоңкы звенодобуз, жана жумушту жасаган кишилер алар турат. Бийик постторду, эң жогорку постторду ошо партиялар бөлүшүп алган да. Биз бул мындай системадан кетмейинче биз оңолбойбуз. Такыр. Анын үчүн биз ошо партия макул шайлоого келсин, ошондо да шайлоого келгенде да жабык тизме эмес, ачык тизме менен шайлоо деген бар да. Ошого келишибиз мүмкүн. А биз шайланып келгенден кийин анан бүт партияны ар бир партия бөлүп алган да. Ошол ким коалиция түзсө ошолор бир эмени мына министрликте министр бир партиядан болсо, бир замы башка партиядан, дагы бирөө бир партиядан. Алардын жана кесипкөйлүк деген эмесин карабайт. Ошондуктан жанагы башка өнүккөн өлкөлөрдөгүндөй керек болсо министр болобу, анын орун басары болобу кандайдыр бир критерий менен же болбосо өзүнүн программасы менен ошо конкурс аркылуу келсе ошондо бир жыйынтыкка келет элек да. Расул мырза, вот вам вопрос задает наш телезритель из Каракола Жолдош Темирбеков. Он спрашивает, в советское время кадрами занимались очень серьезно. Люди проходили ступени, прежде чем занимать определенный высокий пост. Сейчас кадрами никто не работает. Нужно ли как-то систематизировать эту работу, он спрашивает. Это обязательно. Обязательно в порядке. Ну, мы жили, работали и росли в Советском Союзе. Там был самый главный лозунг «Кадр решает все». Это актуально и до сих пор. И злободневный вопрос.
Дело в том, что именно вот для того, чтобы стать министром, да, кандидат должен пройти все ступени. Практически все ступени. Для того, чтобы основательно, да, знать эту промышленность или ведомство, да, он должен пройти все ступени. И при Советском Союзе, там, понимаете, когда вот кадр не имел опыта, не имел квалификации, его никогда не назначали на какую-то должность. Дело в том, что он проходил все ступени, именно этот, ступени министерства или ведомства. Все ступени. Дело в том, что он был начальником отдела, а потом начальник управления, а потом становился замминистром, потом министром. И я считаю, что на сегодняшний день практически ликвидирован институт подготовки кадров. Институт именно вот, кадровой политики. Она практически значит, разрушена до основания. И поэтому вот, развитие нашей экономики полностью зависит от кадров. От профессиональных, честных, порядочных. Я бы хотел еще ответить на предыдущий вопрос о том, что сейчас многие требуют, чтобы к власти, к руководству правительства, министерств, ведомств пришли молодые люди. Да, я поддерживаю. Но я, значит, всегда заявляю о том, что независимо от возраста, кадры должны быть честные, порядочные, ответственные и профессиональные. Вот тогда я думаю, что вот, развитие нашей экономики, да, развитие нашей промышленности, она будет иметь поступательное движение. Я полностью поддерживаю вот, читателей из Каракола в том, что именно кадровый вопрос должен стать одним из основных политических вопросов развития нашего государства. Сіздің ойыңызша, шо кадр мәселесін қандай системаға келтіріш керек? Бұл негізі шол, мысалы, бардық нәрселеріне, мысалы, Советтер Союзының, менде де Советтер Союзының продукты ошол уақытта. Оқуны бүттік, іштедік, аннан кейін мынадыр басқа емелерді көріп отырмыз, бірақ бұл кадрды ошол әрбір этаптан ступенькадан өтіш керек. Антпайынша, егер мен, мысалы, айыл чарба тармағына, жоқ басқа алып барса, мен ал жерде иштебеген болсом, ешкандай тажрыйбам жок болсо, мен кантип ал жерге барам? Бизде ошондой суроолор жок болот да. Мисалы, аны эми интернеттен үйрөнө албайсың да. Интернеттен үйрөнө албайсың. Себеби бул кадр маселеси, бул өтө эме да. Адам менен эгер жетекчи болуп баргандан кийин сен өзүңдүн кесибиңди да билишиң керек. Отуйду баарын эмесинен өтүп, андан сырткары сен эл менен сүйлөшкөндү да билишиң керек. Эл менен карым катнаш кылганды. Ар бир эгер министр болгондон кийин сен кошуна өлкөлөрдүн мамлекеттердин министрлери менен олтурасың. Ар кандай тармактарда тартыш болот. Эгер мен ал тармакты билбесем, мисалы кошуна өлкөлөрдөн келип олтурсам, мен анан өзүм эчтеке түшүнбөй олтурсам, ал биринчиден менин макул, менин репутациям кетсин, бирок мен мамлекетти, Кыргызстанды алып барып атпайм ошол жерге алып барганда. Кыргызстандын кадыры аркы кетет, Кыргызстандын имиж репутациясы кетип атпайбы? Аяктан эч ким сурабайт да, сиз бийликке жактансызбы же кайсы партиядан? Ооба, ал сурабайт, мен кайсы партиямен кантип келдим. Мен адистигин ал жерде көрсөтүшүм керек. Адистикти көрсөтүшүм керек. Омурзам, мен бир кошумча кылып коеюн. Эмне дегенде, мен 20 жыл көмүр өнөрүндө иштедим. Жөнөкөй жумушчудан баштап, министр көмүр өнөрүнө чейин бардым. Не дегенде, мен жогорку окууну бүткөнмүн, Фрунзе политехнический институт бүткөнмүн. Бүткөндөн кийин жумушчу болуп иштедим, атайын бир жыл, эки жыл иштедим. Анан кийин мастер болдум, анан замначальник болдум, начальник участка болдум, начальник смена болдум, замглавный инженер по технике безопасности болдум, замглавный инженер по производству болдум, замдиректор болдум, замглавный инженер по производству болдум. Главный инженер болдым, а нам такой башка директор болдым. Барды тепкичтен өттүм. Министр эле болгон жоксуз. Министр болдум. А, министр болдум. Министр, анан кийин башка директор болгон, анан министр, көмүр өнөр жай министр болдум. Эмне дегенде мындай да, ошо мындай жетекчи болгондон кийин сиздин жаныңызда орунбасар болот. Орунбасар болот, тиги экономика жөнүндө болот, тиги өнөр жай боюнча замдарыңыз болот, орунбасарыңыз болот.
Эми мындай да, бул ишканадан жакшы билбесеңиз, сизди жөнөкөй алдап коет. Дүйнө алдап коет. Тигиндей болуш керек, буну болуш керек, сизди туура эмес жолго түртүп коет. Сиз туура эмес чечим кабыл алып коюшуңуз мүмкүн. А сиз за диспозоңуз. Тажрыйбалуу болсоңуз. Сиз эч ким алдалбайт. Туура. Мен дегенде мен кайсы болтту, кайсы гайка бурулаш керек мен билем мен. Кайсы двигатель коюш керек. Кайсы редуктор коюш керек. Кандай иштеш керек. Кантип иштеш керек. Бардыгын мен өзүм аркылуу өткөзгөм. Ошону бардыгын өз колу менен кылгам. И ошону ошондой баягы тажрыйбам болуп, ошо баягы ишти мукка салып, ишти астыга жылдырганга мындай тажрыйбалуу ошо ишмердүү бул чоң бул роль ойнойт да. А так чындыгында мына азыр тиги министр болуп койду. Министр болуп иштеп калдың. Сен билбейсиң анычы. Сен орун басарың сени алдап койду сени. Урматтуу министр мындай агалар тигинде алып туруп эмес жолго түртүп койсо сиз аны байкабай каласыз. Сиз чоң катары алып коюшуңуз мүмкүн. Эси тажрыйбаңыз болсо ошонун баардык ишти билсеңиз ийне жийине чейин. Бул ийне жийине чейин билиш керек. Бул баягы айыл чарбанын кантип буудайды өстүрүш керек, кантип жүгөрүн өстүрүш керек, кандай тиги эменин тиги эме тиги убакытта чогултуш керек, качан суугарыш керек, кантип малды багыш баардыгын билбесең кантип сен эме менен айыл чарба менен башкара аласың? Башкара албайсың. Эмне дегенде сенин тажрыйбаң жок, сен эчтекең жок, сен билбейсиң сен. А сен орун басарларың сени түнөн алдап коет анчы. Бардын башта өткүзбөдүкпү? А сиз бардыгыңыз билсеңиз анда сизди эч ким алдай албайт. Эмне дегенде сиз бардын сиз жетекчиси болосуз. Сиз бардык как биринчи жетекчи болуп сиз бардык маселени сиз чечесиз. Ошо тиги эмени тиги ошо министрликти кантип жолго салыш керек, кандай стратегия, кандай тактика кылыш керек, кантип ошо тиги жеңишке жетиш керек, кантип ошо экономикалык тиги астыга жылдыш үчүн ошонун баардыгын билип эсептеп чыгып андан кийин орун басары менен бирге ошо тиги иш алып барсаңыз мен ойлойм иш астыга жылат. Вот Тилек Ташматов, он правильный вопрос задает. У нас есть государственная кадровая служба. Да. Пишет он. Зачем она нужна, если назначение происходит первыми лицами государства? Да? Вот, дело в том, что я же сказал о том, что вот именно кадровая система, государственная система кадровой политики, она уничтожена, она разрушена до основания. Да, действительно существует вот кадровая служба. Да, которая она должна заниматься именно кадровым вопросом. Она должна не только вести учет, да, кадров, она должна готовить кадров. Резерв такое кадров, понятие, да. Помните. Вот да? Смотрите, фонд госимущества фонд по управлению государственным имуществом, там готовят резерв кадров. Там, значит, проходят конкурсы, проходят, понимаете, экзамены сдают, проходят собеседования, и их записывают, значит, в резерв кадров. Значит, резерв кадров, значит, там на председателя совета директоров, на члена совета директоров, ревизионной комиссии, да. А, вот эти службы, они должны заниматься кадровой службой. Но практически, они никакой роли не играют сегодня. Никакой роли не играют. Потому что, если, например, тот же премьер-министр, да, или министр ведомства, да, министерство, ведомство, они должны согласовывать с этим кадровой службой и с этим фондом госимущества. Да. Именно они все-таки готовят кадров. Ведь они занимают целое здание. Вот целое министерство занимается кадровым вопросом. Бывшее здание курортологии. Да, там да. 3-4 этажа, работают десятки людей. Да. Представляете, да? И поэтому вот премьер-министрами, да, и министрами, вот именно вот, значит, вопросы кадровой службы, которые должны были согласовывать с государственной кадровой службой и фондом госимущества. Этого не происходит. Этого не происходит на сегодняшний день. Это сейчас назначается в зависимости от близости тому или другому руководителю министерства ведомства. И поэтому я же говорю, что таки, если бы вот, понимаете, здесь как получается, например, кадровая служба, да, она все-таки должна проводить вот именно вот не только, например, да, назначение, значит, согласие с них, назначение, обучение,
и вопросы даже снятия, понимаете, представления об увольнении, представления о назначении, именно с ними согласовывают. Потому что именно эти службы занимаются только кадровой политикой. Да. Больше ничем, понимаете? Да. Но этого не происходит сейчас. Составлять резерв из тех наших соотечественников, которые учатся в Европе, в Соединенных Штатах, в других странах, правильно? Да. Из них уже формировать будущие кадры. К сожалению, это как раз вот я тоже полностью поддерживаю. У нас не происходит, потому что у нас партия не принадлежит, потом близость, как говорится, к телу, да, вот так, там президенту, там премьеру, там министру, там вот этот кадровый резерв они должны диктовать. Они должны диктовать, потому что вот кадровая служба, там они, насколько я знаю, каждый год отправляют в разные страны за счет донорских денег. Они обучаются там год, два, там в Японии, там в других странах. Они возвращаются, да, вот они должны занимать такие посты. Но, к сожалению, это не происходит. У нас вот эта кадровая служба действительно надо поставить так, чтобы если тебя или кого-то назначили министром, ну дайте ему работать хотя бы там несколько лет. У нас даже есть министры, да, есть премьер-министр, который всего месяц, или там даже меньше месяца, да, их сразу снимают, потому что там где-то неправильно сказал, или там начальство поменялось, другая власть, и другие партийные лидеры, давайте менять. Вот это, то есть они никакие какие-то вклады на развитие страны, там какой-то профессиональный вклад такого нету, только принадлежность ближе к начальству, там ближе к партийным спискам, там где-то, если я прошел депутатом, либо если не прошел, да, ты не прошел, но деньги дал, положил на стол, давай тебя замминистром отправим, да. И поэтому у нас вот сегодня у нас какой уже премьер-министр? 30 какой-то, да? У нас 32-й уже. 32-й премьер-министр за 29 лет. Вот, пожалуйста, как можно в таких условиях там думать о развитии там экономического какой-то роста, да, в таком случае и спрашивать, да, не с кого получается. Ну, человек работал меньше года, вот, может, только-только начал себя показывать, а его уже меняют на другого. Вот смотрите, еще вот я просто сейчас продолжу коллегу. Дело в том, что вот в связи партийной системой, да, вот по партийной системе, значит, избираются депутаты Дзюркинеша. Партия, которая проходит Дзюркинеш, они автоматически становятся фракцией. И там формируется фракционное большинство в парламенте. И фракционное большинство в парламенте, кроме двух комитетов, практически они все комитеты, значит, председателями и членами назначаются именно из фракционного, депутата из фракционного большинства. Естественно, там происходит дележ портфелей, дележ правительства. И они определяют квоты, кто, какая фракция будет, значит, его назначать министров, замминистров. И вот там происходит, понимаете, вот разрушение той кадровой, государственной кадровой политики. Дело в том, что это уже... Потому что там подходы другие уже. Подходы другие, и, понимаете, там уже определяется назначение на руководящие посты по партийному списку, по принадлежности партии, по принадлежности фракции, понимаете. Там уже никакой роли не играет. Ты профессионал. О профессионализме, понимаете. О компетентности, профессионализме. Там должен быть человек свой, лояльный. Да. И вот там, проверенные. И там все это рушится, понимаете? Вся эта система, да, государственная система, кадровая политика, она все рушится. Потому что там они назначают его, своих руководителей, своих, значит, членов партии, членов фракции на руководящие посты министерства и правительства. И оттуда происходит вот такое, понимаете, перекос проходится в кадровой политике, в кадровой службе. Там, значит, его, если ты член партии, то, значит, ты становишься министром. И начинаешь руководить министерством, которое она тебе практически, понимаете, она тебе незнакома. Да. Ты когда его утверждают в парламенте уже на тот или иной пост, и потом и позже его тоже начинают использовать, да. Потому что это свой человек, через него устраивают, трудоустраивают своих людей, родственников, друзей. Куда ларды и так далее. Вот, потому что... Я вот даже предлагал, да, я вот лидерам фракции, лидерам партии предлагал. Ну, говорю, ну вспомните, как при Советском Союзе. Вы знаете, как было назначение, да?
Вот если он кадр действительно профессиональный, компетентный, принимали коммунистическую партию, а потом назначали на должность, понимаете. Я тоже говорю, ну тогда примите его партию, примите партию. Этого действительно, которого человек хотите, да, от его назначить на пост, да? Я думаю, он не откажется, да? Ну конечно, не откажется. Я думаю, согласится. Стать членом партии, да, потом министром. Ну, тогда самое главное, у нас должна быть нормальная партия. А так, сейчас у нас, я могу четко сказать, у нас нету партии. У нас партия одного человека. У кого есть деньги, он хозяин партии, и лидер партии вообще у нас не меняется. Вот, допустим, Атамекен, вот Добрыйбек Черкесович, он до сих пор, он чем он отличается от КПСС, да? То же самое, никакой разницы нет. Несколько примеров, да, вот, ну, 2-3 примера приведу буквально, да. Вот смотрите, председателем национального холдинга назначается Айтмамат Назаров. Он бывший депутат Дюркинеша, он бывший председатель комитета по аграрной политике, он бывший директор водочного завода, он бывший директор спиртового завода, он бывший директор пивоваренного завода, но он никогда не работал в энергетической отрасли. Его ставят во главе, ну, министром энергетики становится. Я был возмущен и говорил, ну, человек действительно, он не знает, что такое энергетика, он не знает, что такое лампочка, что не знает напряжение, что такое не такой трансформатор, подстанция, не знает, да, его назначает. И, в принципе, вот мы сейчас видим вот плоды этот его перекосов неправильной кадровой политики. Вот Северэлектро, да, это одно из крупнейших распредкомпаний Кыргызстана. Тундукэлектро, Северэлектро, да, назначает ветеринара. Он всю жизнь работал директором конезавода, работал там, председателем колхоза, совхоза, да. Его назначает к его руководителем одной из крупнейших распредкомпаний, энергетической компании. И вот они пришли, да, вот некомпетентные, непрофессиональные. Они развалили энергетическую отрасль, развалили, понимаете? Вот что доводит неправильная кадровая политика. Вот именно система государственного управления кадровой политикой. Яхта Эркин Сатаров Бишкектен сұрватады, да? Эми кадр маселесин канты оңдойбуз дейт. Бизде кыргызчылык эле болуп кетти дейт. Эми куда сөөктөрүн, жолдошторун коюшуп эле. Кандай оңдосо болот дейт. Ну, эми бул жерде алыс баруунун да кереги жок. Азыр башка өлкөлөрдү карай турган болсо, мисалы өнүккөн өлкөлөрдү алалы, ошол эле мына Азия өлкөмүн алалы, же болбосо Европа жакты алсак, негизи ар бир позицияга, могу даже керек болсо жанагы секретарь ала турган болсо офиске конкурс жарыялайт. Ачык конкурс болот. Мамлекеттик мекемелердин баарында, жеке ишканалардын баарында ачык конкурс болот. Конкурстун натыйжасында биринчи тур, экинчи тур, үчүнчү тур деп отуруп, жана тепкичтен өтүп, 1-2-3 тепкичтен өтүп, акырында эки талапкер калганда эки талапкер менен соодалашат. Анын бүт кесипкөйлүгүн карайт, мурда каякта иштеген, окуусун карайт, баарын карап, анан соодалаштырып, ошо экөөнүн бирөөнү алып калат. Ой жүгүртүүсү. Ой жүгүртүүсү. Кандай стратегиясы барбы бул тармак боюнча? Мисалы бир эле мисалды айтсам, мисалы мына бизде жогорку кеңеште депутаттар. Депутаттар өздөрүнө кеңешчи алат, жардамчыларды алат. Биз эч качан мен уккан жокмун, бир депутат жолго жогорку кеңеште позиция конкурсту жарыялаган. Жок, себеби мен депутат болсом, мисалы үчөөбүз тең депутат болсо, менин кызым силерге барат, наоборот бири бирибизди алмаштырып, анан ошо жогорку кеңеште иштеп отуруп эле бул трамплин башка должностко, чоң должностко кетет да. Эмне үчүн ачык конкурс өткөрбөйбүз? Мисалы мына даже окууга өткөндө деле, башка жакка барганда, мына чет өлкөдө баары конкурс жарыялайт. Мына ошол эле жанагы кадр агенттигинде Японияга, Германияга, башка жакка барсаң атайын конкурс жарыяланат, бирок ал конкурс эч качан интернетке да чыкпайт. Канчан бүттү же чыгарса, акыркы мода болуп кетти, эки күн калганда чыгарып коет, же болбосо бир жума калганда. Бир жума калганда мен мисалы интернетке кирген жокмун, көргөн жокмун. Бир демесе биз мына чыгардык дейт. Негизи биз биринчиден ошо кадрдын системасын жанагы мурдагы советтер сайдын баары эле жаман болгон эмес, ошо жакшы жактары, ошо тепкич менен атайын даярдап келип, анан бүт ар бир кичинекей должностьтон баштап өйдөгө чейин ачык конкурс жарыялаш керек.
ашык конкурстун жыйынтыгы менен анан ошо конкурска ким характеристика жазып берди, ким кол көтөрдү, макул болду, бул киши министрликке барсын, ошолордо жоопкерчилиги болуш керек да. А бизде жогорку кеңеш бүт өкмөттү бекитет, премьер-министрди баш кылып, анан өздөрү эле кайра алып салат, бирок жогорку кеңеш эч кандай жоопкерчилиги жок болуп атпайбы? Мурда ар бир эми мисалы мына байке айткандай мына компартияга кирерде кандидат болуп кирет эле, кандидатка ошо ким характеристика жазып берди, өтпөй калса ошолор жоопкерчилиги бар эле да. Бизде эч ким эч нерсеге жооп бербейт. Рекомендация берчү туурабы? Ооба, рекомендация. Азыр андай жок болуп атпайбы бизде. Мисалы министрди алып келет, мисалы ошо министрге ким рекомендация берди, ким колдоду? Биз жоопкерчиликти баягы жооп мен кылган жумушума жоопкерчилик жок болуп атпайбы? Мисалы мен эмес, бул жанагы жардамчым, орун басарым. Мисалы чын чынына келгенде мен адис болбосом, менин орун басарларым атайын мени мага туура эмес документти берип коет, кол коюңуз деп. Кийин мен жооп беришим керек. Ошондуктан бул ар бир тепкичте өткөн атайын ошо конкурс болуш керек, ошо жанагы кадрлар сөзсүздүр, жана кадр решается деген ошол жерден келип чыккан да. Мисалы ошо өнүккөн өлкөлөрдүн да ошондой жактары бар. Атайын бир да кишини жөнөкөй жумушка алганда мындай ачык конкурсу жок, албайт. Баардык тепкич ачык конкурс менен болот. Эми бирде мындай болуш керек да, эми чындыгында баягы жогорку кеңеш өкмөт башчысын бекитип атканда бирде баягы фракциялардын өздөрүнүн сунуштарын берип атпайбы? Мен мындай сунуш кылып атам да, эмне дегенде жогорку кеңеш премьер министр бекиткенден кийин премьер министр өзүнүн командасын өзү куруш керек, өзү тандаш керек. Ошо премьер министр тандаганда бул милдеттүү түрдө бул баягы кадр кызматтын баягы эмесин, тизмесин карап, мүлк фонддун тизмесин карап, резерв кадрын карап туруп ошол жерден тандаш керек. Эмне дегенде ал жерде такталган да, эмне дегенде ал жерде конкурстан өткөн, өзүнүн программасын эметкен, ошо негизинде анан кийин бул премьер министр ошону команданы түптөш керек. Өзү келиш керек. Эмне дегенде бирдемдик атпайбы? Бул фракциялар ошо тиги премьер министрди ошол жерде соодалашып, премьер министр сизди колдойбуз, биздин фракциядан министр болсун колдойбуз, бул фракция биздин министрибиз тиги эми ошо министрди берсеңиз деп ошондой кылып баягы соода болуп атпайбы? Кадимкидей соода болуп атат. Вот мына ошо Дордой базарда соода болуп атат. Менин мемдик талапкеримди министр кылазым, сен премьер министр колдойбуз. Башка фракция 3-4 фракция келип ошентип анан кийин бул эме коалиционный курам болуп атпайбы? Эме тиги өкмөт анан ошо министр, кээ бирки министрлер премьер министрди укпайт. Ооба, эмне дегенде ал булакта лидер фракцияны угат, премьер министрди укпайт, анын сөзүн баягы берген тапшырманы аткарбайт. Эмне дегенде тиякта лидер фракция башкарып турат. Анан кийин албетте бул баягы кадр тиги кызматтын кадрлардан дайындоо болуш керек. Анан да мен колдоп кетем, эмне дегенде ар бир баягы тиги талапкер тиги министрлик болобу, зам министр болобу, бир чоң мамлекеттик ишкана болобу ал өзүнүн программасын концепциясын баягы конкурс болгондо ошол жерде баардыгын айтып бериш керек. Эмне дегенде ошо барат турган кызматка, барат турган министрлигинде ошолордун баягы талаптарын, ошол максаттарын билиш керек. Кандай ошо тиги ошо министрликти, ошо ишкананы ошо кризистен чыгаруу маселени. Эмне дегенде бул жерде тиги талапкер эмес, талапкер команда менен барыш керек. Эмне дегенде өзү жетекчи, орун басары, биякта экономист, биякта бухгалтер, ошону команда менен болуп барып туруп ошо барып иштесе анан кийин бул жерде мындай баалаш керек да, буларга айлык бербеш керек. Мамлекеттик ишканага барат го, бербеш керек айлык. Айтыш керек, силер эмеден, кирешеден айлык аласыңар, бонус аласыңар. Эмне дегенде алар кызыктар болуш керек. Эмне дегенде ал ишкананы кирешели кылып прибыльный кылыш керек. Ошол жерде прибылдан, кирешеден бонус 20-30% бонус алыш керек. Ошондо гана
Биз ошо тиги кадр саясатты оңдойбуз бир жагынан. Экинчиден ишканын да биз оңдойбуз. Не дегенде болуп тиги аклат кылып коюп, чоң аклаттарды 100-200 миң коюп эметип коюп алып өздөрүнө. Мотивация жок. Эчтеке жок. Ал кызыктар эмес, ал кандай иштеп атат, тиги кирешелүү, чыгашалуу. А кирешеден силер 20% бонус алсаңарда, анда аракет кылат и иш таста жылдырат, ошо ишканаларды. Министерствоны аста жылдырат. Роза Караева Бишкектен жазып атат да, эми силер туура айтып жатасыңар, бирок кыргызчылыкты кантип жеңебиз дейт. Совет учурунда деле система иштечү эле, туурабы? Мурда жеңсек азыр эмне үчүн жеңе албайбыз, э? Эми биз мындайда бир кандайдыр бир мүчүлүштүк болсо эле биз кыргызбызда деп коебуз, анан кыргызчылык деп. Эми канчага чейин, мисалы мен дайым айтып келем, ошол эле европейцтер, американец болобу, япондор болобу, алар деле бизге окшогон. Бир башы бар, эки көзү бар, кол буту бар. Алардын да жолдоштору бар, туугандары бар. Алардын деле эмеси бар. Биз эми ошол кыргызчылыкка эле шылтап туруп өргөн, бул жөн эле жанагы бир болбогон нерсе да булчу. Биз жанагы эң негизги эме бул ошол бул киши келатканда бул мурда каякта иштеген, эмнени бүткөн, кандай тепкичтерден өткөн, иштеп кете алабы, кете албайбы, ошол жагын биринчи кезекте ошону ойлошубуз керек да. Бизди мына министр койсо, мына мен кээде көп жерде жүрөм, министр койсо биринчи суроо ал каяктыгы экен дейт, түндүк түштүктү сурайт, андан кийин уруусу ким экен дейт. Уруунун анын билимин, тажрыйбасын башкасынан сурабайт да. Ошондуктан биз мындай эмеден кетишибиз керек. Анан кийин кыргызчылыкка шылтап койгон бул жөнөкөй эле баягы биз эскиче эле иштей берели деген. Же болбосо койгула жарымы түштүктөн болсун, жарымы түндүктөн болсун деп ошентип баланс кылган аракет кылабыз да. Мисалы бул деле туура эмес подход. Жок, мисалы мага койсо, эгер профессионал болсо, керек болсо баардыгын бир айылдан коюп койсун. Бирок команда менен ошо бир жылыш болуш керек да. Мисалы мына мен министр болуп барсам, мага эки замды башка жактан алып келет, дегенисин башка жактан алып келет. Мен мына сиз айткандай мен иштей албайм ал жерде. Мен ошон үчүн мамлекеттик эмеге жумушка такыр барбайм, анткени система ушундай. Миң жагы киши келсин оңдой албайт ал система. Ал үчүн биз түп тамырынан бери өзгөртүшүбүз керек. Мисалы мен жумушка барсам командам менен келгенде болушум керек. Мисалы мен бир жерге министрликке жагайынтке барсам, мисалы мен биз айтканда экономистин да алып келем, отдел кадрын да алып келем, анан мен айтам, талап коем, мага жок дегенде 3 жыл мага убакыт бергиле. Эгер мен грубый нарушение кылбасам 3 жыл мага эме бергиле, мен көрсөтөм силерге. Мына сиз айтканда чын чынына келгенде жана бонус. Анан чет өлкөдөн донорлорду сөзсүз эле депутаттар же болбосо премьер министр таппаш керек, анан ар бир министрлик өздөрү чуркаш керек. Ошол министрликтин ичинде атайын донор менен иштеген бир отдел болуш керек. Алар сөзсүз эле 8 саат офисте эмес, керек болсо Америкада отурсун, Японияда отурсун, биздин атуулдар баягы иштеп ошого жараша, эгер донор таап келсе кандайдыр бир пайызын бонус катары өзүнө алат да. Мына ошондой жолдорду издешибиз керек да. Биз азыр сөзсүз эле 8 саат кабинетке келип отур, эптеп айлыгыңды аласың, андай болбойт. Ошо жанагы именно жумуштун жыйынтыгына жараша эмгек акы төлөнүш керек да. Туура, туура. Вот Юрий Парамиев, наш постоянный зритель, спрашивает: из-за нынешней чехарды в кадрах над нами все смеются. Нужно заканчивать этот беспредел. Ну, мы полностью согласны, конечно, то, что сейчас происходит с кадрами, когда неделю может находиться на посту советника, да, потом его меняют. Вот. Или как у нас мэры меняются за последние 10 дней, по-моему, там да. Кабинет раза 3 точно захватывали мэрии. Вот. Мы с вами полностью, конечно, согласны, Юрий. Поэтому мы сегодня вот как раз и обсуждаем, чтобы не было такой чехарды, что должны работать службы, должна быть система просто по отбору кадров и назначения. Тогда не будет и вот такой чехарды, как пишет наш телезритель. Правильно? Правильно, конечно, правильно, правильно. Ну, я на киргизском хочу ответить. Дело в том, что көбү ошо жаш кадрлар келсин деп талап кылып атат. Мен толук колдойм. Бирок эмне дегенде бул жаш кадрларды иштегенде эле көрбөдүк. Мына азыр деле мына жаш кадрлар келди. Биринчи вице премьер 32 жашта. Токтогазиев болсо 34. Мына калгандары
35-40-та. Бұлар жаштарды. Жаштар келді. Ананда бір мисал айтып кетейін. Мына теги жаштар деп, мына Запорожскі премьер-министр болды. Жаш, ең жаш. Ұлттық энергохолдингтің Қалиев деген балдар болды. Мына 34-35 жаштағы жаш балдар болды. Не қылышты шулар? Аға чейін Эльвира Сариева, мына білім беру тармағында. Аға чейін вице-премьер болды. Вице-премьер болды, министр болды. Бір астағы жылған жоқ та. Жылған жоқ. Емі айтып отырған несі, мына теги башқа өлкелерді қарасақ, өнүккөн демократиялық жағын, социал жақтың өйткі мамлекеттерді қарасақ, мына Японияны. Японияны қарасақ, айырды өкімет 60 жастан 80 жасқа шейін. Азыр Америкада деле мына президенттік президенттері мына 80-ге шыққан қойып отыр. 80-ге Трамп мына 72-де ошо қойып отыр. Бұл емі берді кеп жаштықта я қарда емес кеп. А кеп жаңа жүздер келіш керек. Ошо жаңы баягы таза адамдар. Таза. Соттолбогон адамдар келиш керек. Эң негизги таза адамдар. Тиги эми баягы иш козголбогон, соттолбогон, таза, тажрыйбасы бар, чынчыл, ачык сүйлөгөн, компетенттүү, профессиональный ошо адамдар келсе, адамдар мен ойлойм, оңдойт алар. Оңдойт. Мына мен бир мисал айтып коеюн да, мына тиги Улукбек Кочкоров деген министр болду. Ал депутат эле министр болду. Ушу киши 2 жылдын ичинде ошо министерствону оңдоп койду. Миллиард деген сомдорду урдатпай, миллиард деген сомдорду урдап кеткенден кайтарып ошо иш кылбады. Ошондойлорду биз көтөрүш керекпиз да. Муну, например, мынагу бүгүн мынагу эмеде чатак болуп атат. Мэрияда. Мэрияда мына тиги 3 күндүн ичинде 6 мэр алмашты. 6 мэр алмашты. Эми ал бүгүнкү деле туруктуу эмес. Мындан бал бакты баягы мэрдин милдетин аткарып чыгып койду. Эми бул 2 вице-премьерди чыгып салды. Но Мазгачева деген Алымбек Абдулдаевди. Но Алымбек Абдулдаевди мен көп жылдан бери билем. Мен өзім көп мақтамайым. Но чындығында кейбіреулерді мақтағанға алар татықтуу. Мақтағанға алар ие. Но Алымбек Абдулдаев деген мынау Бишкек теплоэнергияда иштеди. Ошол жерде бұл баяғы альтернативтік энергияны қолданып көмір жақпай, ошол жерде солнечный батарея қылып су ысытты. Бир 8-10 котельнийга отуруп тиги баягы күндүн нуру менен иштеп турган эмелерди коюп, батареяларды коюп, ошол жерде жылуу суу чыгарып, жылуулук чыгарып ошол жерде иш кылды. Муну тиги Бишкек светте иштеди. Мен бир 2 жолу 3 жолу бардым. Эми чындыгында ошол ишканага карганда мен ойлодум, бул мен Европа барып калдым депчи. Ошондой баягы бардыгын ушундай кылып эме кылып бардыгын оңдоп түздөп баарын кылгандан кийин мен ага баа бердим. Андай кадрлары көп, туурабы? Эми бүгүн балбак металлда, балбак металлда мен бул баягы иш козголгон кишилер менен иштебейм. Мен бул баягы кылмышкерлер менен иштебейм деп атат. Мен ойлойм, туура эмес, мен бүгүн бара албадым, но мен айтмакмын балбакка. Балбакка. Не дегенде бизди конституция жазылган. Презумпция невиновности. Аны сиз кылмышкерге айта албайсыз. Акыңыз да жок, укугуңуз да жок. Бул даже тиги ГКМБ болобу, УКМК болобу, тиги тергөөчү болобу, алар андай жыйынтык чыгара албайт. Только сот жыйынтык чыгарат. Кылмышкер деп. Анан соттолуп. Ошо негизинде бул туура эмес саясат болуп атпайбы? Туура эмес кадр саясат. Ну, Мазгачева да аябай мактайт. Мен жакшы билбейт экем. Мазгачева деген, Татьяна Мазгачева деген вице. Аябай мактап атат. Мына кыргыз эме Бишкек теплоэнергияда иштеди. Аябай макташты. Аябай адис, таза, чынчыл барып эмеде мэрияда иштеди. Мэрияда иштеди. Ошол жерде бул балбак келип алып, өкүмдү иштеп алып атат. Мен айтам, бул туура эмес саясат.
Не дегенде, тиги балбак айтып турган тиги Алымбек Абдылдаевка, тиги Садыр Жапаров айтты, тиги эки вице-мэрдин орун керек деп айтты деп. Айтышып атпайбы ачыктан ачык. Мен бул ойлойм туура эмес, не дегенде ошондой тиги тажрыйбасы бар, ишмердиги бар адамдарды иштеш керек айда. Иштеш керек. А чындыгынан бул кадр саясат азыр мен ойлотуп мен билем кимди коюшат. Баягы жүрүп жүргөн балдарды, көчөдө жүргөн балдарды коюп койсочу. Ашмалтайын чыгарып. Же митингдерди ошо митингдерди кыйкырып тиги Садыр Жапаровдун жанына жүргөндөр ошолор азыр ынтылып атат. Ну хорошо жүрдүн жанында. Анда жан сакчы болсун ошо жерде. Башка ишке барсын. Ну мэрия деген бул миллиондон ашык эл дешет. Алардын тагдырын, алардын баягы тиги эмелерин тиги бул шаардыктар өзүлөрү шайлаш керек негизи. Эми чындыгында өзүлөрү шайлаш керек, а чындыгында ал бул оңой эмес да бул. Бул баягы бул тиги иш чарба, бул баягы бул өз убагында тиги суу менен камсыз керек. Өз убагын тазалаш керек, өз убагында мусор алып чыгыш керек. 1,5 миллион адам Бишкекте оңой эмес да. Мен сизге ачык айтып коеюн. Мына тиги эми бул Айбек Бусуманкул деген баланы, таксист болуп жүргөн баланы тиги Таласка губернатор кылып койду. Губернатор кылып койду. Мен Айбек Бусуманкулду мен жакшы тааныйм. Ал жаман деле бала эмес. Мына көп жылдан бери ошо тиги элдин кызычылыгы, мамлекеттин кызычылыгына көп жылдан бери ошо тиги жүрөт, күрөшүп жүрөт. Но бирок губернатор болуш иштеш өтө кыйын. Орустар айткандай, хороший человек не профессия деп. Не профессия, конечно. Расул Мурзаев. И поэтому тиги мындай да ошондой кадр саясаттарды мен толук каршымын ага. Толугу менен каршымын. Не дегенде андай болбойт. Не дегенде губернатор деген бул 200 миң адамга башчысы болот. Ал баардын тагдырын чечиш керек эле. Жашоо турмушун. Ал тиги эме тиги баягы тамаш менен камсыз керек, суу менен камсыз керек баардыгын. Свет менен камсыз керек, жылуу менен камсыз керек. Бул оңой иш эмес. Инвестиция алып келиш керек. Инвестиция алып келиш керек деп атабыз. Эми эч ким келбей атат эми. Мырза, убактыбыз аз калды эфирде. Айтылбаган сөздөр болсо, мен бул жерде дагы бир эмени айтып кетейин деп атам да. Вот бизде адис деп атат, адисти коюш керек дейт. Бирок жетекчи орунга адис мыкты адис болгон бул аздык кылат да. Себеби мен мүмкүн жакшы адисмин. Математика болобу же хирург болобу же инженер болобу, бирок мен жакшы жетекчи болуш үчүн мен эл менен иштегенди билишим керек, управление дегенди билишим керек, менеджментти билишим керек. Анан бизде мисалы бир эки бир мисалдар бар. Мисалы жакшы бир математика мугалимин алып келип декан же ректор кылып коюп коет. Анан ал бир жылдан кийин же жакшы математик эмес, же жакшы жетекчи эмес, жумуштан кетип калат. Же болбосо дагы бир мисалдар бар. Мисалы бир министрлик алып келди, бирок ал киши кайра эле чуркап эле өзүнүн жумушун кылып жүрдү, акырында кетти. Бул менин жумушум эмес экен депчи. Ошондуктан мыкты адис бул өзүнчү, анан мыкты жетекчи болуш керек. Ал үчүн жетекчилерди жана биз айткандай ошо кадровый службадан даярдап, ар бир тепкичинен өткөрүп эл менен иштеген бул оңой нерсе эмес. Мисалы губернатор болуп, мэр болуш бул бир эле жакшы адис болсоң сенин колуңан келет деген сөз эмес да булчу. Ошондуктан адисти болуш керек, анан жетекчилик ар кыр эмеден өтүш керек, эл менен иштегенди билиш керек, управление дегенди билиш керек, менеджмент дегенди билиш керек, анан бир жакшы мындай тажрыйбасы болуш керек да. Ошондо мындай бүгүн биз көрүп аткандай баш аламандык болбойт. Болбойт, андай болбойт. Саясатта туурабы? Мен эми кыскача макул. Кыскача мен кайрылып келтирем премьер министрге Садыр Жапаровко. Эмне дегенде бүгүнкү күн болуп аткан кадровый саясат туура эмес. Эмне дегенде бул кадровый саясатты оңдош керек. Ошо жетекчиликке министрликке таза, чынчыл, тажрыйбалуу, ишмердүү, жоопкерчиликтүү адамдарды коюш керек. Анда мындай саясат ушундай улана берсе, мен ойлойм бул баягы бизге добро алып келбейт и биз экономический астыкты жылдыра албайбыз. Рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин берүүбүз соңуна чыкты. Эмки программаларга чейин сак саламатта болуңуздар.